Судебные приставы заступили на дежурство. Мобильные бригады сегодня весь день работали в разных точках города. Все желающие могли получить полную информацию о любых задолженностях, будь то штрафы, налоги, различные виды кредитов или алименты. Сегодня узнать о своих долгах краснодарцы могли в 4 городских отделах управления ФМС по Краснодарскому краю. Миграционная служба работает с ФССП по принципу межведомственного взаимодействия. Напомню, задолженность свыше 10 тысяч рублей автоматически лишает гражданина возможности пересечь границу. С начала года Федеральная служба судебных приставов уже закрыт выезд для более чем 6 тысяч кубанцев. Это они имеют свои долги по алиментам, налогам, либо другим штрафом ГИБДД. Поэтому общая сумма задолженности составляет на сегодняшний момент 6 миллиардов рублей по всей Кубани. Принимать горожан судебные приставы будут и на следующей неделе, 24 и 26 июня. Обратиться можно по адресам, которые вы видите сейчас на экране.